Хотелось бы немного сказать об обществе, о реакции общества на все происходящее. Прежде всего, общество – это народ, который составляет государство в целом. Без народа не было бы никакого государства, не было бы ни правительства, не принимались бы никакие решения. Вот. Реакция общества на сегодня по поводу отелей, по поводу различного рода решений отрицательная. Есть люди, которые смотрят на это положительно, но в целом очень много отрицательной реакции. Люди больше говорят о том, чтобы государство обратило внимание на вопросы жительства для самих граждан, потому что молодые семьи и вообще малоимущие семьи испытывают с этим проблемы. Вот. Но реакция по отелям крайне отрицательная.